На восьмом месте расположился бой между двумя парнями, которые по-настоящему пугают своими габаритами. Как вы уже догадались, речь пойдет про поединок в финале Гран-при супертяжелой весовой категории, в котором встретились Роман Нагаец-Евтеев и Тимур Витязь-Слащинин. Как только поединок стартовал, бойцы сходу, без какой-либо разведки, начали устраивать зарубу. Невооруженным взглядом было заметно, что Витязь действовал намного собранней, в то время как его оппонент не обращал внимания на защиту и бился с опущенными руками. В конечном итоге это и сыграло с ним злую шутку. Размашистые удары Тимура и... Жестоким правым боковым Слащинин попал Нагайцу точно в височную область. Нагаец замертво пал на канвас. Двухметровый гигант был повержен в первом же раунде и ушел с поля боя вместе с бригадой врачей.